На Донецком направлении подразделения группировки войск «Южная» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 4 атаки вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Залезнянская, Старомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю. На станции Межевая Днепропетровской области четыре бронетранспортера «Страйкер», две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудия FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы М100Б и одна Д-20. Итого нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Солидар, Николаев.